Товарищи! Даешь ВДНХ в каждый дом, пусть советы знают, чем должна гордиться страна. Социалистическая сеть. Инстаграм. От каждого по селфи, каждому по лайку. Я давно мечтал купить чехословацкий сервант, но никак не мог его найти. Но благодаря странице в Инстаграм вот этого товарища я смог его получить. Советую вам подписаться на него. А также посмотреть его аккаунт я советую Комитету государственной безопасности. На предмет спекуляций. Гнать таких в шею спекулянтов нужно в черный список. Хочешь узнать, как я заработал на этот автомобиль? Спортлото 5-306. Не знаю, что такое, но звучит круто. Хочешь знать подробнее? Ссылка в описании профиля. Рискуй, товарищ. Все получится. Девчонки, есть свободное время на продление партбилета. Ламинирование и покрытие лаком в подарок. Снимай свои сатирические юморески или вайны. Like a boss. Oh yes, I keep the bank rolling. Like a boss. Sipping lean, big paper holding. Like optimism. Большой выбор художественно-изобразительных средств для самовыражения. Бумеранги и Инстаграм истории. Всем привет. Вот закончилась смена на заводе. Мы выполнили план. Круто, настроение воодушевленное. Всем мир, трудмай. Большое разнообразие фильтров для Инстаграма. Солнечная Ялта или Коммунистик. С ними ваши фотографии раскроются по-настоящему. Наши люди в Твиттер фото не выкладывают. Пролетарии всех стран, взаимный лайк и подписка. Социалистическая сеть Инстаграм. Нет горизонтов, которые мы не завалим. Каналы с тупыми роликами. Долой! Бескусью и животине. Бой, бой, бой! Дефицитные времена на Ютьюбе. Мало годноты. Подпишись на громкие рыбы, товарищ. И ты. Ежели с подпиской решил не торопиться, то посмотри клипец наш, а застрявший в зубах горячится.